вами Шабленок, и сегодня мы будем играть в... Как вы поняли, уже в... Подождите, я сейчас сделаю так. Вот, теперь я могу. О, Марио. Мы будем играть сейчас в Марио. Сейчас Фокстер. Фокстер, поздоровайся. Тебя плохо слышно. Фокстер, поздоровайся. Алло. Привет. Привет. Поздоровайся, Фокстер. Привет. Со зрителями. Опаздывай. Опять. Окей, просто смотри стрим. Много опаздывает. Да не обращай внимания на звук, да? Просто смотри стрим. Я играю на японской версии. О май гаш! Это сейчас было жестко. Жестко! Но все равно. Сегодня я смотрю. Да. Ну я не хотела тебя будить. Нет! Это просто... Ура! Гип-гип, ура! Я могу сделать так. Короче, звук опаздывает, когда... Я понял. Я понял тебя, я понял. Где я? Позвони, короче, мне через вайбер, чтобы звук не опаздывал. Хорошо. О май гад! Я сейчас такой профи сделал. Сейчас, ребят, мы позовем. Я не хочу быстрее. А, вспомнил. Thank you.
слышно? Да, тебе... Тебя-то слышно? Все, я сдох. Я только что сдох. Мама мия. Ух ты, мама мия. Давайте соберем еще больше. Может быть, Марио может стать Соником и быстро так же бегать? Кто? Марио. Давайте все-таки включим хак на скорость, чтобы Марио превратился, блин, в Соника. It's me, Mario. Соник! Алло! Ебану ее быстрей. Не, я сразу говорю, что у меня не болтами. Она быстрей кипит мозгами своими. Я, короче, сломала игру. Тут не баннер, не читер, не читер. Ради прикола просто. Но музыка еще не играет. Марио, блин, Соник. Я, блин, Соник тут. О май гад, это самый быстрый спидран в мире. Ну, самый быстрый спидран в мире. Ну и шо. Привет. Я не читерю, просто почему? Потому что я сказал, что я читер. Я не скрип. Я сказал нет! Меня не надо! Не надо! Не надо! Я сказал не надо! Я, блин, Соник тут! Я единственный тут Соник! Кстати, подписывайтесь на мой канал. Кстати, подписывайтесь на канал Фокстера и на мой канал тоже, ребят. О май гад, га-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 га! Слишком быстро! Это слишком! Это слишком! Это что еще? Спидран по подниманию. Мне пизда. Жестко. Ай! Собака, не надо! Да, это реально собака в Марио. Плохо слышно на стриме. Спасибо, что сказал. Мне пизда. Мне пизда. Наберу здесь жизни. Плохо на стриме слышно. Я знаю. Хотя я в Марио быстрый. Закона проблемы, да? Он слишком быстрый. Он быстрый. О май гад. О май гад! Он, блядь, я, блин, Соник. Я понимаю, что я Соник. А! Ты что, мочить не, я ему не мочить не нужен. Я, наверное, на... А!
я там не стою. Нас нет. Подходи, подходи. Да. Давай. Подходи. А сейчас останавливаем игру. Я, короче, включаю скорость миллиард. Марио, блин, Соник. Марио, короче, невозможно тут пройти, потому что... Если я не могу, я кажусь очень медленно. Ну, для меня он очень быстрый. Давай, иди! Я сейчас так запорол. Это будет бегать вокруг него все? Да? Будешь бегать вокруг него бегать? Больше ничего? А и он туда. Ты сейчас не можешь победить бомбочку? Какие на картинке играют по сусами? It's me, Mario! Алло! Понимаем мы все, что тут Марио. Оси-доси! Да. Hey, Mario! Если мы сейчас... Бич! Бич. Она бич. 12 минут идет. 12 минут. А походу либо час. Нет. Мне кажется, ты не будешь так долго пытаться пройти. Она проходит за 24 часа. Ты об этом знал? Точнее, за 18 часов она полностью проходится. Без прерыва? Да. Смотри, это Марио металлический. Я металлический. Просто 18 часов только ничего не делать, просто играть Марио и не есть. Ну, типа, можно есть и играть Марио, да? Да, во времени. И вообще-то прохождение зависит от твоего скилла. Мой скилл очень хороший. Мой скилл по Марио этому очень хороший. Я... Чтобы проходить быстро, и чтобы было легко. Сейчас я попробую сделать круг один. Вот ты снимаешь Марио. И черепаха снимает Марио. Из камеры черепаха снимает камеру. И в камере черепаха тоже снимает Марио. То есть бесконечная съемка Марио. И так полностью проходим. Мне кажется, Марио скучный. Нет, он не скучный, можно заработать мемы. Но его смотреть скучно. Почему скучно? Я всегда смотрю мифы по Марио. Там есть Луиджи. В этом Марио есть Луиджи, но только его скрыли. А, мне пофиг на собаку. А, мне пофиг на собаку. А!
Я хотел кое-что сделать, если мне пофиг на собаку. Опа! Снимем коллабу. Мне пофиг на собаку. Мне абсолютно пофиг на собаку. Гоза стримим коллабу. Ладно, пока ты там будешь играть, я буду рисовать. Попкорн летал. Давай. Фаст литл литл. Она не хочет, чтобы я ее освободил. Сорок литл. Да я же хочу ее освободить. О, давай, давай. Давай, собака. Открывай мне. Вот что делает мне собака. Она делает добро. Собака делает добро. Туди-дуди. Итак, Марио снял. Я сказал, я хочу. И вот, посмотрите, что мне пробивается. 1000 умений. Вот теперь открыты уровни все. Я сказал, мне пофигу. Уйшоу. Собака, я тебя освободил уже. Кто собаку? Кто мою собачку, хорошенькую собачку, заковал снова? Кто? Я. Это моя собака. Нет, я не верю в это. Ну это я сделал. Кто тебе важнее, твой лучший друг или твоя собака? И то, и то. Тогда все правильно, я тебе отдаю твою собаку. И ты мне важен. Ты мне тоже важен. Ты мне важен. И собака мне важна. Ай! Да. И тот. Да. Я тебя люблю. Ну, как бы, как друга. Ну, понятно. И собаку я люблю. Хотя она меня очень любит, так что... Опа! Мне пофиг на вас! Я, блин... А, не пофиг на вас? Да, на пофиг. Мне пофиг на все.
Давай сюда, сюда. Да нет! 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 О, блин. Шутит со мной плохо. Шутит со мной плохо. Вы знаете, ребята. Шутит со мной плохо. Дает! Какие зеленые! А! А! Вот что мне дается. Ай, бабочки, неплохо, царь, очень-очень плохо. Кто умеет рисовать того, кем можно посадить, это тоже жутко. Нет! Странное, конечно. О! Это сейчас было жестко. Я тебе дам еще. Лев, вы можете снять голову, кстати. Вы можете снять со мной голову сейчас. Зря. Прости. Это было очень зря. Прости меня, это было очень зря. Это было зря. Очень зря, простите. О! Хорошо. Спасибо. Давайте, да. Стоп. Пацаны, девчата, кто любит зен? Что было очень зря? Ты бы смотрел стрим сейчас бы, ты понял, в чем дело. Зря. Вот бы меня сейчас взял бы. Давай. Yes. Давай. Еще раз так. И мои прибьюшечки. Все, теперь Жадонок, короче, остался последний саныч. Алло? Да, я тут. Ага. Всё!
Это баг, наверное. Wee!
Да, я понял, что мне нужно. А ты делал ДЗ? Да, уив! Нет! Классно! А ты сделал ДЗ? Да. Тоже нет! Классно! О май гад, я не могу! Я не могу удариться! Было 5 лет, и когда им было 100 лет. И это ответы не от меня. От жабёнка. Это ответ от Глеба. От жабёнка. Моё реальное имя... А, от жабёнка. Моё реальное имя никогда не разглашивается. Это была шутка, что его зовут Глеб. Это была шутка. Да, была реально. Шутка. Это такая кличка. Настоящее моё имя это на... Вы затроллили подписчиков! Вы затроллили подписчиков! Уи! Подписчики! А мы на уи! 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 Марио такой... А мы на уи! 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 А мы на уи! Ауи! Ауи! Посмеешься? Уи! Уи! Ауи! Уи! Падабам-пантум! Ауи! Падабам-пантум! Уи! Падабам-пантум! Уи! Уи! Ай, я не могу! Ду-ди-ду-ди-ду-ду-ди. Чёрный класс подписчиков и 2022. А раньше тролли не лучше. Алло? Да. Ну? Да! Раньше реально тролли не лучше. А сейчас... Бак. Ты что, матюкнулся? Я не матюкнулся, я не матюкаюсь. Жабёнок не матюкается. Что? Прыгай. Ютуб это всё равно может заметить. Жабёнок никогда не матюкается. Может быть... То есть, если ты это сказал, то, пожалуйста, извинись, я не хочу, чтобы ты его забанили. Демонизация тупаже. Я говорил вам, что это видео не предназначено для... Ну, это видео не предназначено для маленьких. Я вам говорил это. No, it's not my for... Так ты же можешь угадать ограничения на стрим. Я вам, короче... Сказал, что это не сделано для детей, и... Ну, все сохранилось пока. Класс. Уи! Сохранение. А! То есть, когда ты сказал тогда мат? О! То есть, ты реально тогда сказал мат? О, да-да-да, я случайно сказал. Ютуб, не бати, если бы это было бы видео, я бы это замьютил. Замьютил. Ну вы поняли. Ютуб всегда понимает. Ютуб людей может понять. Ютуб. А ботов нет. Ютуб, ты лучший. Что? Вайбер только что попрыгнул. Ты создан подростками, но ты все равно лучший. Не, я ничего против подростков не имею. Не, YouTube не создан подростком. Ладно, не обсуждай. Что? Сколько мне лет? А, я только что баг. Ну ладно, я пошел. Нет, я хочу вниз.
А. Ура, я сделал это. Что? Да. Теперь надо сделать так, чтобы... Вот. Все. Я это сделал. Итак, потом реакция на видео Фокстера. И, кстати, ссылочка в описании на мой Дискорд сервер и Дискорд Фокстера. О, реально? Глеб, ты можешь снять реакцию на один из моих видео. Например, на хоррор про Фреддика. Да, МШК Фреда. Итак. Так. Прорекламировал тебя в видео. Хорошо. Я, кстати, тебя прорекламировал в одном видео. Каком? Про Марио. У тебя на канале нет видео. У тебя там только стрим. У тебя же там только стримы на канале. Глеб, ты понимаешь? Ты делал видео целый год, снимал. Год еще назад, или два уже года назад. Мне это не важно. И они просто хотят вас ноль. Ютуб тебе просто удалил все видео, какие ты снимал за весь год. Тебя никто не узнает, что это пародия на твое видео первое. Мое первое видео. Они будут думать, что ты оригинал. У нас что это ты смотришь, а ссылку оставляешь, класс. Стрим закончился. Нет. Класс. Омлет. О. У меня есть подписчик. Он мой первый. Во, есть. Короче, вот. Мой первый подписчик. Ты оставил Дискорд? Мой Дискорд? Почему не свой? Я еще и свой сейчас. Ну ладно, вдруг так отошло. Найду. Неплохого. Хотя я сам неплохой, ну ладно. Ты показываешь нам нашу переписку.
Все понятно. Все понятно. Ты показал нам переписку. Я не показываю никакую переписку. На стриме это не видно. А, я могу. Марио до сих пор нету звука. Мы, походу, сломали игру. Итак, может быть, когда сломали игру, переходим в Roblox. Если мы сломали игру, тогда мы переходим в Roblox. Может, снимем видео по Роблоксу, а не по этому. А не по стримим. Using artificial intelligence, Tab 9 predicts your next move while keeping your code neat, smart, and safe. Tab 9. Write less. Code. Глеб, давай я обновлю игру, а потом созвонимся, хорошо? Окей. Окей. Итак,
Делаем спид 0.75. Согласитесь, замедленное это лучше. По-моему, 75. Все-таки должно было быть, наверное, 75.
2, 1.